продает бабулька огурцы да помидоры, квашеную капусту, маринованные грибы. Продает старуха все припасы с огорода. Ну а цены у старушки прямо бешеные. Уступать не хочет бабка, свои цены ни в какую. Рынок поредел уже давным-давно. И ей бы все продать, конечно, не впустую. Уступать не хочет бабка все равно. Помидоры маринованные в банках и огурчики солененькие в катках. С хреном квашена капуста, покупателей не густо, на прилавках у соседей даже пусто. Помидоры маринованные в банках и огурчики солененькие в катках. С хреном квашена капуста, покупателей не пусто, на прилавках у соседей также пусто. Хоть на несколько рублей бы уступила, но старухе каждый рублик дорогой. Покупателей толпа давно свалила, она стоит на ценах, боже мой. Жадность бабку абсолютно погубила, так надеялась продать все побыстрее. Цены бабушка с жилишком накрутила, навариться хочет в счет простых людей. Жадность бабку абсолютно погубила, так надеясь продать все побыстрее. Цены бабушка с жилишком накрутила, навариться хочет в счет простых людей. Помидоры маринованные в банках и огурчики солененькие в катках. С хреном квашена капуста, покупателей не густо, на прилавках у соседей также пусто. Помидоры маринованные в банках и огурчики солененькие в катках. С хреном квашена капуста, покупателей не густо, на прилавках у соседей также пусто. Вот так вот, да-да, вот так вот, да-да. Вот так вот, да-да, да-да. Это тут у нас, да, Дзержинский, да.